Всем привет, с вами не он и Андре. Да, всем привет, и опять у меня прокачанная тачка, а у него она нет хапа. Что? У тебя не прокачанная, у меня прокачанная. Я такую даже не помню. У тебя прокачанная красная просто. Я просто красный. В любом случае, у нас скилл-тест на жабе, поэтому не имеет значения, кто у нас, кто мог. В смысле? Да, скилл-тест на жабе. Ну, там было в описании сказано, поэтому я смог это предсказать. А я теперь я прокачан. Так нечестно. Поменялись. А почему нету этого, как там называется, перехвата? Точнее, перехват есть, а на жабе он что, не работает? На жабе нельзя перехватывать? Без понятия. Ну, у меня теперь есть понятие, походу нет. Ладно. Я тебя отстаю ровно на одну секунду. Теперь на 8892 миллисекунды. Блин, теперь 930. А что-то по воде поехал сразу. Ой, я тебя догнал! Ты там развернулся обратно ехать, ты что? А, нет! Ты че? Я врезался! А я думал, куда ехать, налево или направо? Я врезался. Будем снова вырезать жабу. Да. Ну, ты привив... что, ждать жабу из бумажки? Из превьюшки. Из картинки, надо из скриншота. Вырезать. Жабы хорошие, не вырезай. Вон какой, вон, видишь, там скилл-тест какой красивый ставит. Я даже вижу финишную платформу. Mm-hmm. Или это не финишная, или это начальная. Сейчас проверим. А, ты плавать пошел, да? Все, ладно, иди, плавай. Тебе короче. Выбираю себе... Ты тут не он? Конечно. Да, я что-то ажу так медленно плаваешь. Нажми на Е, он быстрее плывет. Он сигналит просто. Ну что, быстрее, да? Опа. Намного. Ты, кстати, такие это. Делаешь тугие повороты, а я тебя прям догоняем. Опа. Зачем я тебе сказал, что делаешь такие повороты? Капец, это что такое? Вот. И что вот, выбрать? Вот, выбирай себе. Ну, я выберу зелененькую. Одна из них, так понимаю, лживая, а одна правильная. А, он влезает сюда. Не, ну во все влезет, но одна из них должна быть неправильная. Почему одна? Не знаю. Типа с бустером? Ага. Короче, не он с самого начала выбрал правильно, потому что они все маленькие. Ну как бы она шире. Ну как бы да. Они все маленькие, а вот у неё, ну там... Он выбрал правильно изначально. Он выбрал изначально правильно. Молодец. Как она медленно плывет. Ну когда же мы наконец до скилл-теста дойдём? Плаваем просто. Взял скилл-тест. Да. Ну, лето же, надо поплавать. А об отдыхе тоже надо думать. Жабы тоже любят плавать. Но когда так мало скилл-тестов, то жабы начинают душить. Едем, Какая драйв! Жалко, здесь нельзя, как на блейзере, колеса. Фуп! И бринг вперед. Ура, летающая надо жаба. Без эффекта делать, короче. Ой, о, дерево жабы. Ой, А тебе тоже волны мешали? Нет. Блин, а мне волны под немножко это тормозят. Какие хорошие волны, Не волнуйтесь, все будет хорошо, я сейчас уеду и волнуйтесь, как влезет. Кстати, да, когда на высоте, они не волнуют. Угу. А, ну кстати, да, чем ты дольше находишься внизу, тем больше они волнуются. Вроде как, чем больше народу, тем больше волны, насколько я слышал. Но я не проверял. О, это что такое? Эта жаба пройдет? А, эта жаба пройдет, да. Еще бы жаба не прошла. Это жаба. Вот, все, теперь я пошел тебя догонять. А тут там куда-то вырвался опять. Только начало скилл-теста уже 21. Чекпоинт. Да. Значит, сейчас дальше будет какая-то жопо, да? Жаба, дальше блядь. Будет не все так хорошо. Будет какая-нибудь жаба. Да, будет какая-нибудь жаба. Будет какая-нибудь кепка. Так, тут...
Тут написано Casio. Не знаю, что такое Casio, но я думаю, это от слова казино. Правильно? Не знаю. Casio это казино. Так, хорошо. Блин, жаба шире. Жабим. Жаба слишком широкая. Слишком. Слишком широкая. Для чего она широкая? Для контейнера. А, для контейнеров. Я думал, для... А, то есть, когда ты по этим шел по дирижаблям, ты не чувствовал, да? Нет, там нормально. Да, как бы она тоже тонковатая. Ворота неудобно делать. Ворота делать очень неудобно. Российские разработки. На то на фулл скорости можно поворачивать для управа. И очень долго. Она все равно медленно едет. Так. Он просто не на месте поворачивает. А, мне не сюда, твою мать. Я думал, мне на дорогу, я решил сайфхач. А, нет, не на месте. О, я сейчас тебя догоню, кстати, я тебя догоняю, не он. Ты вот думаешь, что я там сзади где-то плечусь, как обычно? Нет, я догоняю. Господи, я как страшно. Я тебя догоняю. Да. Ну, кстати, жаба хорошо по контейнеру. Ну да, кстати, а контейнер реально шире, чем жаба. Ты хотел другое сказать. Нет, я хотел именно это сказать. Ты хотел сказать уже. Может быть. Понимаешь, когда ура, ты наконец-то что-то говоришь, ты не особо запоминаешь, что говоришь. А там еще контейнеры будут? Ох ты как. Что? Да я... Что это там? Спираль нажать. Чего? Спираль. Спираль нажать, да нормально. Спираль. Спирулька нажать. Так, мы... Это не выглядит сложным, но ты начинаешь ехать, что-то происходит не так у тебя внутри где-то, а потом снаружи, а потом на экране. Жесть какая-то. А жаба ошибки не прощает, кстати. Мне начали показать, что она добрая. Нет. Тут везде она по два элемента? Да. А почему ты там страдаешь, мне это что-то непонятно. Оно дрифтит. Тут все узкое. Так. Все узкое. А, то есть это тренировка на жаба на тоненьких. Да, хорошо. Мы поняли. Мы поняли, будем тренироваться. Во-во-во-во. Отличная тренировочка получится. Ой. Наконец-то чекпоинт. Ко мне погнал, да? Даже интересно, ау, сколько процентов у этой карты? 50. Я ниже 50 карты не беру сейчас. Я бы не сказал, что здесь прям сложно. Здесь просто немножко муторно. Но не сложно. Так. Я бы не назвал это сложностью, я бы назвал это муторностью. А чем муторность отличается от сложности? Не знаю. Сложно, когда не хватает скилла, а тут нужна просто выдержка. Так, кстати, пошел по спирали наконец-то. А, какой мне пуск? Так, кто раз уже я говорю эту фразу, да? Мне кажется, каждый раз, когда играю, говорю... Ты, блин, нажимаешь Windows кнопку. Да. Ой, я дрифчу на жабе. Вот дрифти назад, а не на жабе. Ой. Дрифти назад! Ого, вот это первомутровый цвет. Не знаю, что у меня было в голове, когда я жабу прокачивал. О, наверняка Андре однажды включит скилл-тест на ней, да? Не, я почему-то выбрал раскраску листья, и первомутровый цвет сделал фиолетовый. На скорости так. Такая будет жаба, но жаба должна быть с листьями перламутровая, логично же. Блин, спираль, да, это сложная тема. Потому что их две. Блин, Это сложновато. А как прошел ты раз-то? Гений. Слушай, а разгона хватит? Я не с первого, я со второго сразу. Да. Ну просто нельзя хватит тормозить. Ну нет, ну... А, я затормозил. Жаба летает! Ну, ты, наверное, не про свою тачку, да? Ну, как тебе заносило-то, лучше скажи. Заносило, я говорю, со второго раза так.
второго, я с 20-го не могу никак. Да почему ты такая дрифтишь? Это немецкий какой-то. Дрифтишь. Ааа, долетел. Ладно, да, пустим. Тормози, тормоза, тормоза. Тормоза не тормозят. Тормоза едут. Тут не буду слишком разгоняться. Какой кошмар. Не буду слишком разгоняться и не запрыгну. Так. Окей, попробуем. Пойти еще раз. Так, пошел. Концентрация. Пельмешки. Поехал. Давай, гони, гони. О. Жесть какая-то. Да вообще кошмар. Ну ты там проходишь, главное. Фу, наконец-то. Ты там хоть проходишь. Так, так еще целых 7. Если притормозить, не хватает этого. Не хватает скорости. Если не тормозить, то заносит. Рома. Еще в карте написано Рома. Типа Рим. Потому что Рома делал. А. Рома два идеально. Раза, два Рома делали карту. Рим, либо Рим и Рома делали. Ой, да ладно, я на первый раз проехал на первую спираль. Когда пофиг на эту воду на дороге. Ага, только очень медленно едет, а так? Не, неплохо. Так. Я проехал первый раз первую спираль. Сейчас, блин, две подряд я не смогу пройти, мне кажется. Давай. Да. Блин, я одну спираль еле прохожу. А тут две надо как-то замутить. Это жестко. Хотя вот. А, вот сейчас первый раз прошел первую. Давай вторую тоже. Так. Так. Да, блин, нет. Нет. А ты у финиша стоишь? Нет. Это вроде. У меня 11 чеков осталось, а получается еще меньше. У меня 4. Да. Ужас какой. 3. О, финишируй тогда. 2. Что же делать? Опа. Опа. Ну как оно медленно плывет. А, так ты плывешь. Вот в чем дело. Ты просто плывешь. Не, ну летает она вообще божественно. Насчет летает, не знаю, но у меня как-то это. Не по плану все пошло. И что это такое? Че у тебя там? Два элемента одинаковых. А, и финиш, который я взял. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неон и Андре. Да, всем пока.